Привет, друзья и ученики! Это канал Heavy Metal Gym. Для тех, кто уже не первый раз на этом канале, не секрет, что у меня были проблемы с позвоночником, межпозвоночной грыжей и протрузией. Для тех, кто первый раз только на моем канале, я немножечко расскажу предысторию. Действительно, у меня были серьезные боли, именно связанные с поясничным отделом позвоночника, были грыжи, протрузии. Также есть протрузии и грыжи в шейном и грудном отделе позвоночника. Но основные боли и проблемы мне причиняли боли, как раз таки и проблемы в поясничном отделе позвоночника. Я лечился у одних из лучших врачей в России, и на протяжении почти 3 лет мне становилось только хуже и хуже. Врачи запрещали абсолютно все. Никто на самом деле из врачей не знает, как лечить межпозвоночные грыжи и протрузии. А избавиться от этих проблем можно. Что я и сделал, когда начал самостоятельно изучать этот вопрос и подошел к своему лечению, к своему здоровью уже сам. Лучше нас с вами о себе никто не позаботится. Только одного врача я встретил, который сказал мне, что необходимо продолжать тренировки, естественно, снизить рабочие веса, выполнять все упражнения и даже становую тягу и приседания, естественно, убрав веса максимально, но потихонечку все равно выполнять эти упражнения. Для себя я открыл гимнастику специальную, с которой уже не раз вас знакомил. Кто не видел ее, обязательно посмотрите, изучите. Также я делал то, что запрещают многие врачи. Это экстензии спины. В России почему-то их называют гиперэкстензии. Но на самом деле это экстензии, когда ноги закреплены, а работает корпус. Дошел я до серьезных весов, и это мне очень помогло. Что нужно делать обязательно? Это моя гимнастика минимум 3 раза в день, утром, в обед и вечером. После тренировки также это необходимо делать. И гиперэкстензии. Гиперэкстензия – это когда у нас корпус закреплен, двигаются ноги. Это единственное упражнение, которое работает как декомпрессия на межпозвоночные диски. Висеть на турнике совершенно бесполезно для поясничного отдела позвоночника. Если у вас есть специальные крепления, ботинки, которые могут позволить вам висеть вниз головой, расслабившись, это действительно помогает. Также я пробовал не раз систему Бубновского, мне тоже не очень помогло. Но, опять-таки, для постоянных зрителей моего канала Heavy Metal Gym, для тех, кто читает комментарии здесь, в группе ВКонтакте, на моем сайте hmgym.ru, где собраны все мои видеоролики и статьи, вы видите, сколько много людей получило уже пользу от моей гимнастики, от моего подхода к лечению именно позвоночника. Друзья, настоятельно рекомендую изучить все эти статьи, я их там 4, и очень много видеороликов для шейного отдела, для грудного и больше всего для поясничного отдела позвоночника. Не забывайте, что экстензии для спины как минимум 4 варианта. Обязательно делайте гиперэкстензии. Нету такого станка в 99,9% случаев в тренажерных залах, по крайней мере в России. Ну, в Америке такая же обстановка. Поэтому, друзья, соблюдайте правила безопасности. Соберитесь коллективом в вашем зале, напишите коллективную заявку, письмо, обращение к руководителям вашего клуба, к хозяевам, к менеджерам. Подпишитесь. И они обязательно вам приобретут такой тренажер, если, конечно, уважают своих посетителей, заботятся о вашем здоровье. Гиперэкстензия – это то, что помогло многим людям вернуться к нормальной жизнедеятельности. Не только жизнедеятельности, но я знаю людей, которые вернулись в большой спорт, а получили такую травму до этого, что сели в инвалидное кресло. Врачи сказали, что человек не будет даже ходить. Но человек не согласился с этим и вернулся в большой спорт. Кстати, это россиянин из Тольятти, мой хороший друг. Он занимался пауэрлифтингом, потом перешел на силовой экстрим. Очень известный парень.
здоровья ему желаю и всем вам. Друзья, запомните, не только тренировки, но и правильное питание, правильный образ жизни важны в этом деле. Самое главное понимать, что ничто не вечно, и ваши боли, ваши проблемы пройдут. Главное двигаться, главное идти к цели. Не стоит сыпать голову пеплом, ставить на себе крест на своих тренировках. Продолжайте тренироваться, изучите мой опыт, и вы снова, как и я, вернетесь к серьезным весам. Я снова приседаю за 200. Делаю тягу за 200. Единственное, чего я сейчас избегаю, это упражнений в наклоне, когда спина в статическом состоянии. К сожалению, я крайне редко делаю, практически не делаю свою любимую тягу в наклоне. Считаю это одно из лучших упражнений для спины после подтягиваний. Сегодня я вам расскажу и покажу одно упражнение, которое тоже узнал не так давно. Но на мое удивление, оно также срабатывает растягивающе, декомпрессионно на нижний отдел позвоночника. Несмотря на то, что это приседание. Но приседать мы будем с вами определенным образом. Многие из вас знают это упражнение под названием плие. Но выполнять его нужно немножечко в другом стиле. Нужно раскрывать пах, опуская живот между ног. Делать все плавно и медленно. Опускаться низко. Когда вы почувствуете, что декомпрессия происходит в поясничном отделе позвоночника, удивительно, но это факт. Вы будете испытывать облегчение в спине после выполнения данного упражнения. Повторюсь, не спешим, делаем все плавно, выполняя от 3 до 5 подходов, от 15 до 20 повторений в одном подходе. Когда вы освоите технику выполнения упражнения, поработаете пару месяцев без веса, нужно использовать гирю, блин от штанги маленький или маленькую гантельку. Постепенно-постепенно увеличивая рабочий вес. Но повторюсь, вес здесь не важен. Найдите какие-нибудь две устойчивые, одинаковые по высоте опоры, встаньте на них и выполняйте упражнения. Не забывайте о том, что нужно разводить коленки в стороны, раскрывать пах, живот опускать между ног. Кстати, это поможет очень многим научиться грамотно приседать. Сейчас я говорю о девушках. Как раз таки для того, чтобы задействовались ваши бицепсы бедер и ягодичные мышцы. Полезнейшее упражнение. Но, ребята, повторяю еще раз. Сначала осваиваем технику без отягощения. Затем начинаем работать с малым отягощением, постепенно-постепенно увеличивая его вес. Самое главное, помните, что сначала нужно сделать, научиться технически грамотно все собственным весом, без какого-либо дополнительного отягощения. Веса поднимайте крайне постепенно. И в этом движении, в этом упражнении важно именно выполнение медленное, подконтрольное, без каких-либо рывков, без резких падений вниз. Вы четко на каждом участке амплитуды движения должны чувствовать работающие мышцы. Тогда будет у вас и здоровье, и сила. Берегите себя, занимайтесь грамотно, соблюдайте технику и обязательно тренируйтесь, питайтесь, делайте мою гимнастику и гуляйте каждый вечер перед сном 30 минут. Нет ничего лучше для поясничного отдела позвоночника, чем гулять 30 минут. Именно во время прогулки ваш позвоночник омывается кровью. А вы все знаете, что с кровью приходят питательные вещества, которые так необходимы нам для восстановления, восполнения и просто здоровой жизнедеятельности любых органов, суставов и, естественно, позвоночника тоже. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале.